День пограничника – это профессиональный день тех, кто защищает границы нашего государства. Это день поднятия боевого духа тех, кто исполняет свой долг перед Родиной, защищая ее рубежи. История праздника достаточно обширна. Свое начало берет в 1958 году. Хочется поздравить всеми военнослужащих пограничников, потому что для многих поколений пограничников это не просто день пограничника, это семейный праздник, потому что не одно поколение пограничников служит в пограничной службе ФСБ России сегодня. За тот уют, который они создают своим мужьям, благодаря чему они выполняют успешно свои задачи по охране государственной границы. Ну и, конечно, действующих пограничников, которые сегодня в этот час стоят в пограничных, несут службу в пограничных нарядах по охране государственной границы. Кроме того, именно эти служащие следят за целостностью как наземных, морских, так и воздушных границ своей страны. За прошедшие два года, а мы здесь находимся с марта 2014 года, наше боевое братство крепло, росло, и мы решали очень и продолжаем решать очень сложные задачи как по линии разведки, так по линии контрразведки, борьбы с терроризмом и борьбы с преступностью. И оценка этой деятельности, она всегда на слуху, она всегда наяву. Николай Органюк отмечает, день пограничника просто необходим, ведь пограничные войска являются гарантией безопасности нашей страны, ее политических, экономических и военных интересов. Отдал пограничные службы 30 лет, закончил на Камчатке. Да, но я скажу, вот такие торжества, постоянно пограничники, ветеранская сильная организация. Уже, правда, никого моих сослуживцев нету. А вот советская армия, я еще до Хрущева, я там служил, там этого совершенно нету. А вот видите, как приятно, торжество, встретились, сколько потратили времени. Поэтому дай Бог вам здоровья, чтобы вы были, чтобы пограничники охраняли, чтобы был только мир и здоровье. В рамках мероприятия лучшие работники получили благодарности и награды от представителей власти. Также прошел праздничный концерт. Дарья Костенко, Юрий Земной, служба новостей ИТВ.